It's a lynch thing. Передвигаем стул из обеденной зоны вот в эту вот обеденную зону на улице. Осторожно, вот хрень какая-то там, фонарь. О, Господи, я мысленно помогаю. Оператор тоже переживает. Адвенчер. Ну просто у нас очень маленький столик там, и все усесться не могут. Но это же весело. Это же чисто по-русски такое. Останется ли стол жив в конце вообще? Ура! Молодцы! Так, теперь нам надо это все раздвинуть, чтобы ничто не сгорело. Мне нравится слово «нам». Оператор активно помогает, как может. Замучивается мясо. Делишес. Да? А что это такое за салатик? Это капрезе. Типа, да? Капрезе. Попробуй. Что такое? Вкусный? Вкусный помидор. Вкусный помидор. Вот. Там уже все обустроено. Стол накрыт. Хумус очень вкусный, домашний. Handmade. Это я делала оливье. Обратите внимание. Скоро все будет готово. Котичка. Нет? Даже не поворачивается, да? Сырненький. Бандит. Зеленоглазый бандит. Бархатный. Нервничает немножко. Крысочка. Да. Гуляет где хочет. Может быть, засолить и на следующий год. From Detroit, right, honey? Baklava? Baklava. Exactly.
Medium for me. Only one. I don't want to waste. Шутки за 300. Картошка попробуй. На белорусском языке бульба. В общем, все фоткаются на закате, потому что он здесь шикарный. Смотрите, какой очень красивый. О, май гад! Что такое, покажи? Боже! Ями-ями. Накладываем. Все homemade. Игра называется Дженга. Russian Tetris. Russian Tetris. Хорошо. Играем в Russian Tetris. Thank you. Yeah. Очень интеллектуальная игра. После пары бутылок вина. Пары драки. When did they leave? I could really eat some pizza. I'm American. О, дискотека пошла. Дельфинов завлекаем. We okay. You're gonna jump and save her. Юля. Да-да-да. Я пати снимаю. Да, у меня блог. Да. Так что вы будете звездами. Мы звезды? Да. Мы ютуба. Все, мы звезды. Люба, звезда ютуба. Guys. Так. А я вам говорила. Дельфинчики. Мы их танцами привлекли. Где они? А я говорила, они существуют. А вот они. Я им сказала, не существуют. Да. И пропали. Куда мы пропали? Слушай, они именно потому, что мы начали танцевать. Они любят меладзе. Да, они на меладзе. Понимаешь? Это недолго. Где дельфины? Танцуем тут как шаманы, блин, они уплыли. Дельфинчик к нам. Давай, у нас нечего поесть. Давай сюда. Вот он. И вот там. Да. Давай сюда. Вот. Круги пускают.
ты глянь. Дельфинчики, на этого. Смотри. Все-таки наши танцы их привлекли. Что я вам могу сказать? Смотри, они как беснуются. И вот. Вау. Типа, привет. Дина! О, боже, я, наверное, ору. Ага. Может, они, им нравится вот мой он, звук. Вот он. Пи-пи-пи. О, вот он, Джек, вот он. Джек, say hello. И мы да, упали. Да, рядышком. Родили его сразу. Угу. Смотри, они о, кружат. Они нас слышат. Кот вообще в шоке. Итак, вот утром мы подъели то, что вчера вечером не доели. Некоторые пошли на пирс смотреть на дельфинов. Я, к сожалению, не успела снять их сегодня. Два дельфинчика проплывали. Кот-бандит, который ходит сам по себе. Жирненький бандито. Да. Ты думаешь, у меня есть поесть? У меня нет поесть. Да. Да. К сожалению, извините. Мы все съели. Самое вкусное. Жирненькая крыска.